Чуть не отрезал руку южноуральскому полицейскому. Стражи порядка задержали жителя Омской области, который напал на правоохранителя и едва его не покалечил. Сотрудника полиции он ранил на железнодорожной станции Кропачева. Это видео допроса нападавшего. Им оказался 42-летний мужчина. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент случился 10 августа. По версии следствия, мужчину сняли с поезда Самара-Владивосток. Это ему не понравилось, а в сумке был нож. Им хулиган замахнулся на сотрудников транспортной полиции, а после попытался скрыться. В момент задержания злоумышленник нанес старшему участковому уполномоченному полиции удар ножом в область правой руки, причинив ему телесные повреждения. Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили сотрудников транспортной полиции. Пострадавшему полицейскому назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.